Всем привет, добро пожаловать на игровой канал Forever Gamer. Я продолжаю играть в Skyrim. Я наконец-то прошел эти гребаные две мирские руины, перебил этих две мирские машины, эти перебил фалмеров, перебил, ну, конечно, не всех. И также я потерял союзника, но... Хотя нет, не потерял. Да, я его действительно спас, я решил перепройти, скажем так. Да, как бы... Ну да, можно считать, что спас. Решил перепройти ту миссию, потому что... Ну, чуть-чуть позже я вспомнил, что у него были некоторые ценные вещи, которые я там... Некоторые продать хотел, некоторые себе забрать хотел. И, кстати, я только что забил вот этого вора, и... Это, кстати, не первый вор. Эти воры уже задолбали. Вот, они уже третий день подряд нападают на Ривервуд. Вот первый валяется. Вот, значит, второй воришка валяется. Этого я вчера побил. А вот, значит, третий валяется. Этого я позавчера побил. Я не знаю, чего это они решили так часто нападать. Точнее, воровать людей в Ривервуде. Но они слишком зачастили, и это уже задолбало. Значит, что я сейчас буду проходить? Я буду выполнять задание работы Шалидора. Надо найти работы Шалидора. Я, значит, отправляюсь. Ну, наверное, пик, прыжок барда. Ух ты, прям какая-то точка обзора Assassin's Creed, как по Assassin's Creed. Круто. Да, как вы могли еще заметить, я сейчас ношу кожаную броню, так как я решил прокачивать навыки ношения легкой брони. Потому что я уже довольно... Мне все это. Что тебе не нравится? Ну, хорошо. О, я слышу крик где-то. Да, значит, я довольно-таки часто уже ходил в стальной броне, то есть тяжелой. Решил немного прокачать... Ух ты, ведьмы. Решил немного прокачать легкую броню. Ношение легкой брони. Так, значит, это... Эти ведьмы, они стойкие гады. Так, что у нас тут? Так, огненное дыхание. Это все хорошо. Так. И что я возьму вместо этой дубовой плоти? Восстановление, наверное? Ну да. Так, теперь я теряюсь отсюда. Так, я не знаю, может, пока они еще сюда не прибежали с лука, немножко постреляю. Так, вот это вроде как безопасное расстояние. Ёлки-палки. Черт. Меня не побить. О, сундучок. Ну да. Получи. Так, тебе. Орчий боевой топор грома. Да, это можно. Ух ты, это тоже можно.
черт. Ну иди ты уже сюда. Так, надо сохраниться. Все. Да, они мне нравятся больше, когда они пытаются атаковать в рукопашную. Так, что же у вас перевыражение? Так, знаю свойства этих перьев, так. Урон магии, значит. Так, пойду. Узнаю, что там за крик. Ага, это второе слово силы. Значит, это бесплотность. Ага. Так, открываем слово. Два слова крика выучил. Так, что здесь? Сумка аптекаря. Человеческое сердце. А что этот посох языковый дает? Ага, нет, я, пожалуй, таким пользоваться не буду. У меня и так заклинание есть. Мне и так заклинание такое есть. Ладно, что мне такое не надо. Понести? Пусть союзник с таким походит. Ни разу ему ничего не давал. Такого магического, скажем. Тогда пойдем. Да уж, пойдем. Только сначала я должен. Так, вот они, работы Шалидора. Там урагу надо отнести. Орку, которая находится в Винтерхолде. Так, что это? Путеводная звезда Меридии. А ну. Новая рука коснулась знака. Слушай. Слушай меня и повинуйся. Нечистая тень проникла в мой храм. Тьма, которую ты уничтожишь. Возврати мою путеводную звезду на гору Килкрит. И я сделаю тебя чашей, несущей мой очищающий свет. Так, ну эти задания, это как бы квест, насколько я понял. Но это уже все потом. Это все потом, так. Ну, вот оно по. Нет, это не квест, это отдельное задание. Квесты здесь они. Так, что ж, отправляемся в Винтерхолд. Ага, вот и он, ураг. Да что это ты? Что теперь? Я нашел книгу. Великолепно. Я начну его переводить. Думаю, справлюсь за день-два. Ну хорошо, через день-два я к тебе и приду. Так, что ж, вот такое, значит, коротенькое видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на новые видео. До скорой встречи!